Эрнст Тельман. Имя его стало символом беззаветной верности пролетарскому делу. Столетие со дня его рождения отмечали мы в этом году. Митинг, посвященный открытию памятника Эрнсту Тельману, состоялся в Москве. В нем приняли участие руководители КПСС и Советского государства, а также лидеры братских партий ГДР, ФРГ и Западного Берлина Эрих Хонекер, Герберт Мисс, Хорст Шмидт и дочь Эрнста Тельмана Ирма Габель Тельман. Памятник Тельману установлен на площади, носящей его имя. Выступая перед собравшимися, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев сказал: «Нас собрала на этот митинг благодарная память о человеке, который всю свою жизнь отдал делу рабочего класса. Имя Эрнста Тельмана занимает достойное место в ряду великих сынов немецкого народа и выдающихся деятелей мирового коммунистического движения. Эрнст Тельман воплотил в себе лучшие черты пролетарского революционера-борца. Он был пламенным, несгибаемым интернационалистом. Дело немецкого рабочего класса и интересы международного пролетариата, насущные заботы людей труда и цели социализма были для него единым, нераздельным целым. Советским людям дорог этот человек, в честь которого названы улицы, площади. Эрнст Тельман, когда-то почетный депутат Моссовета, отныне становится навеки москвичом. Для нас, немецких коммунистов, сегодня волнующий день, сказал Эрих Хонекер, генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета ГДР. Мы рады вместе с вами, дорогие москвичи, отмечать этот день. Памятник этот – дань уважения жизни и делу великого человека-революционера. О верности немецких коммунистов заветам Эрнста Тельмана говорили на митинге товарищи Герберт Мисс и Хорст Шмидт.